Всем привет, с вами я, Мити Йорик. Я хочу вам представить, что у меня есть Pop-It. Но потом я купил, знаете что? Simple Dimple. Мне Simple Dimple больше нравится. И в него можно тыкать. А можно и крутить. Простите. И крутим. Это как Simple Dimple и спиннер. Да. Ну и что вам сказать теперь? Что давайте. Я хочу уже закончить, но никак не могу дозять. Надо опять его призывать, этого вот пухлища. Привет. Пожалуйста, можете кисеть, закончить вот эту трансляцию. Я это последний раз. И, может быть, ему ролик. Я могу сделать уже. Никогда не могу сделать нормальное видео.